Народная любимица певица Роза Рымбаева спешит обрадовать своих поклонников хорошей новостью, но отнюдь не музыкального толка. Теперь обладательница роскошного голоса является лицом итальянского дома моды Imperial. Представители иностранной торговой марки объясняют свой выбор тем, что Роза одна из немногих, кому доверяют миллионы казахстанцев. Я думаю, что им нужен был человек, который очень хорошо знаком, близок своему народу. И по поведению, по образу жизни, потому что на протяжении 40 лет я на сцене, и моя жизнь, в общем, очень хорошо знакома моему зрителю. К слову, в рекламной кампании бренда артистка появится не одна, а вместе со своим стилистом. Ведь одежда итальянской марки рассчитана как на девушек, так и на стильных дам. Сама же Роза Куанышевна не против поэкспериментировать с имиджем, но все же признается, что отдает предпочтение удобной, качественной одежде. Несмотря на свою знаменитость, я все-таки человек из народа. Мои сверстницы, женщины, у которых семья, дети, я думаю, им цена тоже очень важна. Это доступно любой женщине. Эту одежду очень достойно можно носить ну, на любом уровне. И она нисколько не уступает каким-то там высоким там, мировым брендам, потому что она очень удобна и стильна. Официальная презентация коллекции «Весна-лето-2013» от марки Imperial состоится 24 января.